вахту, пил. А, и... да. Да, она пока я на вахте была, она хреначила. Сколько пила? Беременная пила. Один стакан сахара. Два яйца. Вот сода подняла наш кефир до верха. Переливаем сюда. Сода соединилась с кефиром, и мы добавляем наши яйца с сахаром взбитые. Добавляем 1 стакан просеянной муки. Постепенно вводим. Добавляем 2 столовые ложки какао. Все перемешиваем. Таблетки. Делаем крем. Берем сметану 400 грамм, добавляем ванилин, 0,5 стакана сахарной пудры. Шесть кружков. Вот таких. Ну как, мы подружились с ним? Да. Какие отношения? Вот такой торт у нас получился в микроволновке. Пропекся очень хорошо, пропитался. Вкусный, нежный, ароматный, мягкий. Приготовьте, и вам он очень понравится.